Ола, хай, всем привет! Вы на канале своими руками. Сегодня мы будем делать необычный яркий цветок канзаши, лилию. Что нам сегодня необходимо для работы? Атласная лента красного цвета, вот такая яркая. Шириной 5 сантиметров и нарежем ее на квадраты 5 на 5. Далее фетровая основа, диаметр 4 сантиметра. Вот такие сахарные тычинки. Зажигалочка или свечечка, ножницы, пинцет и клеевой пистолет. Можем приступить к работе. Наша лилия будет состоять из вот таких вывернутых лепестков канзаши. Сейчас я покажу, как сделать такой лепесток. Квадрат переворачиваем, складываем в треугольник, еще раз в треугольник. И еще раз в треугольник. То есть три раза мы сложили в треугольник. Равняем. Обрезаем нашу нижнюю часть, придав форму лепестку. И теперь нам необходимо спаять нашу ленточку. Спаиваем очень хорошо, так как нам этот лепесток придется вывернуть. Лепесток готов. Теперь можно приступить к сборке цветочка. Мы наносим капельку клея и приклеиваем лепестку. На первый ряд у нас ушло 10 таких лепестков. Начинаем клеить второй ряд и клеим лепестки между лепестками предыдущего ряда.
На второй ряд нам понадобилось 8 таких лепестков. Начинаем приклеивать третий ряд. На третий ряд у нас ушло 5 лепесточков канзаши. И последний четвертый ряд у нас будет состоять из 4 лепестков. Получается такая пышная лилия. И теперь декорируем нашу лилию тычинками, то есть серединку сделаем. Берем такой хороший пышный пучок тычинок. Складываем пополам. Равняем. Обрезаем на нужную нам длину. И фиксируем клеем наш пучок. Теперь этот букетик мы добавляем в серединку. Вот такая пышная и объемная лилия у нас получилась. Такой цветочек вы можете добавить и к ободочку, и сделать резиночки, и заколочку. Я решила сделать заколочку крокодильчик. Теперь добавляем наш цветочек к заколочке.
Наша заколочка готова. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал своими руками или Do It Yourself. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Адьос, бай-бай, всем пока!